Я так понял, вам понравилась рубрика, где я послушаю за игроками. И мне, в принципе, тоже. Поэтому я снова решил узнать, о чем говорят игроки ночью. И чем они занимаются перед вайпом. Тем более, вайп сегодня 6 апреля в 13.00. Так что заходи, карта будет чистенькая, я тебя буду ждать. А лучше заходи с голосовым чатом. Давайте в этот раз только без шуток. У меня и на основном канале шутки, и здесь шутки. Про тракториста. Что там 300 осталось? Что тут 300 осталось? Поэтому, пожалуйста, подпишись на наш огород. Давайте 1 000 000 наберем. И это будет мировой рекорд по количеству людей в огороде. С колокольчиком, не забудь колокольчик. Если вы сможете набрать 19 999 лайков, то тогда выйдет сразу новый ролик. Кстати, я еще буду троллить игроков с помощью голосового чата. Ну а чё? Я думаю, они испугаются какого-то неизвестного голоса в 12 часов ночи. Если что, голосовой чат можешь скачать у меня в Телеграме. Ссылка в описании. Я нашел каких-то двоих игроков, которые о чем-то разговаривают. И почему-то они вырубили все деревья в окрестности. Я не знаю, что они задумали. Давайте посмотрим вообще в их инвентарь, что же у них может быть. А у них тут дофига березы. Так, мы сейчас просто берем лопату, пишем Brush SP Here. Я думаю, сейчас они удивятся, поэтому мы делаем раз ахалай махалай, два ахалай махалай. И пускай это будут, ну, вот такая вот арочка, знаете. Смотри, смотри, тут дерево дофига. Ну да-да, я прям в шоке, реально. Охренеть. Так, пока его друг не пришел, вот этот молодой человек явно в шоке. Алло, смотри, смотри. Реально, смотри, смотри, сколько. Это что такое? Я сам бахер. Реально, что это? Что это за шайтан-машина? Я не знаю. И какой-то молодой человек решил грифануть. Возможно, он заметил какое-то подозрительное дерево, что решил прийти к нему. Но этому парню явно сейчас не повезет. Нет, я, конечно, ему помогу. Могу? Не знаю, помогло ли ему это, но я надеюсь, он пережил. Извини. Ты чего его бьешь? Ты зачем это сделал? Кто? Ты зачем это сделал? Сатана из Дыди. Что? Той арт, остановись. Подожди, вот ты знаешь Sharp 229? Шар? Нет, не знаю. Это ведь гриперский сервер, да? Расскажи мне, чем ты промышляешь ночью? Ничем, я ничем не промышляю, просто играю. Что просто? Просто играю, это гриферский сервер, тут убивать можно ведь, да? Абсолютно верно. Но знаешь ли ты, что игрок Sharp 229 под защитой богов? Нет, не знал. Так, и сейчас мы, получается, бахаем все молнией. Для того, чтобы его испугать. Потому что, ну как-никак, березу я-то растил, а? Ну и все, и он убежал. Так, сейчас давайте пообщаемся с Шарпом. Алло, Шарп. Да? Я твой бог, ты меня слышишь? Да. Ты был выбран мной, и я тебя благословил. Понял. Взамен ты должен отдать все свои ресурсы, которые у тебя есть. У меня ничего нет. Это как? У меня пустой инвентарь. То есть ты бомж? Да. Так, ну это неправильно. Если я все-таки его бог, да, я его благословил, я считаю, что нужно его хотя бы переодеть. Так, получше. Так, да. Чтобы вы понимали, сейчас в 12 часов ночи играет девушка с парнями. И мне очень интересно, зачем им вот эта шайтан-машина? А, стоп, тут две девушки. Да, девушка прекрасненькая. А нет, это мальчик. Он что делает? Что он делает? Я не смотрю, вы можете что, посмотреть. Меня РТП. А, там уже все пропало. Все нормально. И этот игрок сейчас куда-то ушел. А давайте у него узнаем, что это были за танцы необычные. Да куда он опять от меня улетает? Ну... Стой! Вообще... Ты куда летишь? Ты. Не понял? Остановись. О, я твой день. Внутренний голос. День бобра. День бобра, как говорится. Свинг заказ. У меня к тебе вопрос. Это кто? Угу. Что ты делал возле спавнера? Возле стержней. А, ой, ой, спалили. Чем ты там занимался в ночное время? Да танцевал. Для кого ты танцевал? А, у нас для на себя. Хате, типа. Для себя? Да. Я вообще-то видел, что ты там был не один. А кто тебе кажется? Нет, мне не кажется. Но вас там было трое. Для кого ты танцевал? Для меня 100%. Так, я так понимаю, возможно, это его девушка? Я уже запутался. Если не ошибаюсь, Мунвей, я за ней следил. Возможно. Сейчас мы будем наблюдать процесс, как берут в клан. Че, хочешь, нет? Клан. Сейчас я от него буду озвучивать. Да, пацаны, хочу. Да? Да. Ой, лютый. Ну давай, я приглашаю его. Все, все, приглашай меня в клан. А ты не гриф, случайно? Нет, нет, я не гриф. Ладно. Если что, пацаны, у меня скилл в ПВП жесткий. Вот, и нам надо, потому что завтра последний день вайпа, и будет много незеров, будет кайфовый ПВП. Если хотите, я могу вообще... У меня папа богатый, могу вам донат купить. Да? Да. Какой?
до нас. Они даже не понимают, что это не он говорит. А какой ты хочешь? Да ну, мне любой. Даже Хиро. Не знаю, брат. А ты не похож на какого-то челика? Ты какой-то ютубер как будто. У тебя этот, клоунфиш как будто. Клоунфиш? Не, брат. Просто в клан меня добавь. Блин, у тебя как будто акцент домера. Но я думаю, акцент домера. Домер. Да как я... Ну, я как бы есть домер, да? Но фото 435, он явно не домер. Он мне пишет, я в ролике, да что ты фото? Подыграй. Алло, Эмма Бой. Да, да. У тебя есть девушка? У меня нету. Нету? Так, ладно, давайте я сейчас ему дам донат. Parent, set, ну, например, Титан. Все, я тебе донат купил. Брат, серьезно? Да, 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 да. Ну, видите, он сам подтверждает, что донат купил. Спасибо, все нормально. А не за что, все для тебя, что, мне жалко, что ли? Эмма Бой. Да. Ты можешь мне сотку скинуть на карту? Нет. Мы же друзья. Ну, я не могу так. Ты и я, мы с тобой друзья. Ты и я, мы с тобой друзья. А ты точно не домер? Да я не домер, ребята, ну что такое? Чего вы взяли, что я домер? Можно фотку хотя бы по-братски чисто? Тебя сфоткать? Тебя на камеру сфоткать или на фотоаппарат? Это рил домер. Да на фотоаппарат, брат. Брат, фотоаппарата нет, сегодня без фотоаппарата. Я знаю, что ты домер. Я по голосу слышу, я твой подписчик. А в смысле, это я домер, это не он домер. Ты реально? Я поняла, да, что... Да нет, я домер, а он нет. Домер. Он меня что, не видит? Я прозрачный! Ой, так ой, это я домер, я домер, я домер, не он. Я. Реально домер. Да я домер, не он! Ты домер. Я домер. Смотри! Мы в ролике, стоп! Он тебя не слышит, он тебя не слышит. Он, видишь, он с домером общается. Брат, ё-моё! А идем домой? Покажи, где дом. Я рядом построюсь. Какой-то игрок хочет поселиться с девушкой. Интересно, интересно, очень интересно. Так, давайте мы пронаблюдаем, проконтролируем процесс, чтобы все прошло без каких-либо происшествий. А какой ник у него? Я так понял, у этого парня любовь с первого взгляда, что он даже забыл имя этой девушки. Я забыл. Он гений, просто гений. Так, она его телепортировала к себе домой. Слушайте, ну это уже это, я впервые вижу, что девушка водила к себе парня домой. Вон там где-то. Где этот пацан? Кому-то нужен хавчик. По-моему, это просто пацан. Подписчики, напишите в комментариях, это девушка или парень. Тут и сердечко есть, да, и вот такой вот нежный весь дом, розы, тут красота, да, как бы, как-никак. Ребят, вы где? Куда вы подевались? Я даже не знаю, как к нему обращаться. Ну ладно, идет с ними разговаривать. Ребят, хотите хавчик? Да, да. Ну все, покормили, получается, все. И на самом деле это выглядит даже немного странно, с учетом того, что они собираются жить в земле, когда вот эта девушка или парень имеет такие хоромы. Давайте, ну, я как рандомный абсолютно человек попробую спросить, пропишут ли тех парней. Алло, привет. Ой. А ты можешь моих друзей прописать? А это откуда? Ну это откуда? Я, твой внутренний голос. Это не смешно. Можешь Декстера в приват добавить? Он не грифер, он мой друг. Мы с ним в одном классе учимся. Ну, это спрашивайте Максима. Максим, это твой парень? Shadow Priest, тогда. Кто это говорит? Как тебя зовут? Настя. Это что за голос, блин, откуда? Капец, у Настюхи есть парень. Это, оказывается, их совместный дом. Блин, тяжелая ситуация, если она реально Настя. Я обвиняю ее в том, что она мальчик, конечно, ну это да. Настя, а? Тебе Декстер нравится? У меня есть парень, ты шо? А сколько лет твоему парню, Настя? Это у него спрашивает, это слишком подозрительно. Ну почему подозрительно? Я хочу узнать, сколько лет твоему парню. А как его зовут? Какой у него ник? Я хочу с ним поговорить. Shadow Priest. Чтобы вы понимали, пришел парень вот этой вот Насти. И тут еще кто-то прибежал. Давайте я спрошу. А как тебя зовут, Shadow Priest? Максим. Максим, а ты долго с Настей встречаешься? Ну, вообще, знаю полгода. Встречаешься 5 минут, да? Я тебе покажу то, что я получил с раздачи. Что? Назеритовую кирку. Вообще-то он получил в 2 раза больше. Не только назеритовую кирку, а еще и броню. А мне такой подгон можно? Да конечно. Что это? Это что за магия, блин? Алло, Настя. Что? Давай дружить. Хорошо. Настя. Погоди. Мне кажется, это
это домер. Что такое? Ты домер? Домер? Ты домер? Нет. Да нет. Ты балуешься. Да не балуюсь я. Я просто расстроен. Интересно, а из-за чего он расстроен? То есть, получается, вот эта девушка расстроила его. Я хочу разобраться теперь, почему этот молодой человек расстроен. Это, конечно, феерично. Видите, домера и Зенни на сервере вместе. Но они к нам не придут. Ну, это грустно. Но это не повод из-за этого грустить. Я-то думаю, у него проблема посерьезнее. А он грустит из-за того, что... Нет, они очень занятые люди. Им не до нас сейчас. Согласен, вообще не до вас. Я прям вот здесь. Знаешь, а вдруг, знаешь, такое чувство... Чудо произойдет. Какое чудо? Чудо не бывает. Чудо только один раз в жизни бывает. Я знаешь, что хотела тебе сказать очень давно? Что? Что же? Помнишь друга батю моего? Друга батю моего? Который тебя убивал. Да. Он мой новый муж. Что? Что? А помимо этого у меня есть еще один друг и другой друг. У меня два хелпера, а в мужьях уже. Мужьях уже, то есть? Она бросила императора и променяла своего мужа на двух императоров. Не, ну это правда. Я даже просила его тебя убить специально, потому что ты мне надоел. Погоди, то есть? Я, значит, рыдал. Пока что это время зря. Ну, чтобы ты мне еще довела до истерики. Ну, получается, что так. Мне уже начинать рыдать опять. Я готовлюсь. Твое дело будет, конечно. Давай, я жду, я жду. Не-не, Чебупель, не надо. Ты должен быть как настоящий мужчина. Хотя не-не-не. Рыдать я больше не буду. Правильно, правильно. Мне это все надоело. О, давайте сейчас обрадуем Чебупеля. Алло, Чебупель. Чебупель, ты главное не расстраивайся, все в жизни бывает. Ну подумаешь, у нее три мужика. Зато посмотри, вот какая я красавица, а. Добер, я тебя молю, прошу, позови своего брата и мужчину. А, Зенни, 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 Зенни. Да. Вот, смотри, смотри, назад, обернись. Назад, назад, назад. Он явно удивлен. Стойте, а можно у меня к вам вопрос такой нескромный? Да. Как вы столько детей нарожали? Это было очень сложно. А кто рожал? Просто... Чебупель или ты рожала? Она. А это все благодаря ему. Я не понимаю, что происходит! Ну его пень! Что? У корова 4, а у женщины? У корова 4, а у женщины что? Ну чего? Именно чего? Тебе в жбан. Мы поняли, он ответил неправильно. Давай ты мне, Викторина. Викторина в 3 часа ночи, пробуем. Как зовут Билли Айлиш? Биляш. Билли Айлиш? Биляш! Билли Айлиш зовут, так и зовут ее. Биляш. Или Айлиш. Биляш! Я решил их немножко напугать, потому что я смотрю, у них слишком расслабленная обстановка, поэтому лава один. Алей, оп. Чего? Откуда? А чё админы тут делают? Где админ? Нет, не админ. Админы? Админ кака. Админ, я не могу вылезти. Почему админ кака? Ты не обосрался сейчас. Почему админ кака? Я не знаю, что ли? Тогда ладно. Вы на вайб зайдете завтра в 13:00? Конечно. Это Домер? Это да. Все, тогда я вас буду ждать. А вы, друзья, тоже заходите на вайп сегодня, точнее, уже в 13:00 на уши грифовский сервер Реливоруд. Смотрите ролик подо мной и справа тоже ничего такое, но подо мной интереснее. 20 тысяч лайков и будет новый ролик. Подписывайся, пожалуйста. Всем пока.